Это вот река Приголя, или Прегель, как ее немцы называли. Подходит она к Калининграду, как бы уже протекает по Калининграду. Дальше там у нас будет остров Канта и все прочее. А здесь она вот, как видно, совсем не укреплена ничем. Это все развалины домов, которые здесь были при немцах. Это вот дома построены новые, относительно, ну, скажем так, советской эпохи, послевоенной. Вот, где-то 70-х, конца 70-х, 80-х годов, или 70-х годов, когда остров начал заселяться. Раньше тут вообще был пустырь. Ну, вот такое здесь достаточно симпатичное место. Я уже говорил, место достойное для археологических раскопок по местам боевой славы 3-го, 2-го там, и всех предыдущих рейхов и все прочее. Уже здесь раньше находились дома, и здесь вот, ну, очень много лома кирпичного. Вот, а дальше, значит, уже дорога будет идти в сторону большей цивилизации, что ли. Вот. Ну, еще надо минут, наверное, 20 пройти по берегу, посмотреть, что там будет такое интересное.